чем подкормить гортензию для обильного цветения. Одним из распространенных растений, которые используются для украшения сада, является гортензия. Важным моментом в агротехнике любой культуры является подкормка, гортензия не исключение. Каждому желающему вырастить этот кустарник важно знать, чем подкормить гортензию для обильного роста и цветения. Залог качественного цветения. Гортензия относится к очень красивым цветущим растениям, многие садоводы любят ее. Гортензия объединяет в себе большое количество крупнолистных и мелколистных кустарников, лианы, комнатные виды, древовидные сорта. Многие задаются вопросом, чем удобрять гортензию для пышного цветения, но конкретного препарата нет. Следует проводить регулярные подкормки разными составами, чтобы обеспечить поступление всех необходимых питательных веществ корням. Среди садовых гортензий наиболее распространен метельчатый вид. Основной особенностью гортензии является любовь к влаге во время роста и требуется очень много воды. Некоторые считают, что гортензия – это неприхотливая культура, которая не требует дополнительного подкармливания. Но это глубокое заблуждение, так как питательные вещества нужны растению не менее, чем влага и уход. Обратите внимание, если проводить систематическую подкормку, то гортензия будет радовать глаза хозяев до самой поздней осени. При этом следует проводить внесение удобрений на протяжении всего сезона, придерживаясь определенной схемы. Давно известно, чем нужно кормить гортензию для обильного цветения. Зачем подкармливать гортензию? Внесение удобрений в почву, где растет гортензия, будет благоприятно влиять на рост кустарников, а также обеспечит обильное цветение и красивый здоровый внешний вид цветков. Кроме обильного цветения, до самых морозов регулярная подкормка гортензии поможет укрепить кустарники перед холодными зимами, обеспечив им сильный иммунитет. Применение удобрений на протяжении всего сезона способствует достичь обильного цветения на протяжении всего сезона, в период бутонизации. Не потерять соцветия, вырастить сильные красивые побеги, обеспечить здоровый внешний вид кустарников без хлороза листьев. Сегодня на прилавках магазинов располагается множество различных вариантов удобрений. Если неправильно подобрать минеральные составы, то желанного результата не получится достичь, наоборот, кустарники от преизбытка некоторых компонентов могут погибнуть. Выбирая химический препарат, следует ознакомиться, как им поливать гортензию. Особенности проведения подкормки. При выращивании гортензии следует использовать комплексный метод внесения удобрений. Это наиболее быстрый способ подкормки. На протяжении всего сезона в почву должны поступать как минеральные, так и органические составы. В разные периоды вегетации следует использовать разные по составу вещества. Вследствие хорошей подкормки внесение удобрений весной весенняя подкормка растений поможет обеспечить красивую яркую листву, а также пышное цветение на протяжении всего сезона. Ее основной задачей является формирование сильных и здоровых листьев. Вносят удобрения в почву в марте, когда начинается сокодвижение после зимы. Чтобы листья активно росли, потребуется обеспечить их обильным количеством азота. Лучшим вариантом в этом случае станет использование мочевины и сульфата калия. В 10 литрах воды разводится 1 стакан лист любого из этих препаратов. На каждый куст выливают 5 литров состава. Важно! Из органических удобрений можно использовать навозную жижу, которая разводится в соотношении час-10 минут. Когда растение готовится зацвести, потребуется внесение удобрений, но уже других составов. В растворах должны присутствовать калий и фосфор. Самым простым вариантом станет суперфосфат, который перед поливом разводится с водой в дозировке 1 стакан. Лист на 10 литров. Внесение удобрений в летний период, чтобы увеличить число бутонов на кусте в июне, важно знать, чем можно подкормить гортензию во время цветения. Рекомендуется подкормить кусты раствором нитрофоски и агриколы. На 10 литров воды берется по 1 стакан. Лист каждого препарата. Длительность цветения обеспечит подкормка в середине лета июля-августе. Можно применять специальное комплексное удобрение, например, кемироцветочное. Нередко объединяет полив гортензии и внесение удобрений. Начиная с августа, в составе удобрений, которые будут вноситься под культуры, не должно присутствовать азота. Он плохо скажется на подготовке растения к зиме, а также увеличит зеленую массу и вес соцветий. Под тяжестью своей массы ветки с цветами могут просто сломаться.
Важно! Внесение удобрений проводится поочередно, один раз вносятся минеральные составы, второй раз – органические. Удобрение кустарников осенью. Основными задачами осенних подкормок является подготовка кустарников к предстоящей холодной зиме, а также обеспечение качественной закладки молодых цветоносов и побегов. Здесь важно правильно выбрать, чем полить гортензию. Лучше всего использовать калийно-фосфорные составы, так как калий укрепляет корневую систему. Для выполнения подобной процедуры в 10 литров воды разводят по 1 стакан лист сульфата калия и суперфосфата. Под каждый куст следует вылить около 7 литров подобного раствора. Использование азотных удобрений в этот период недопустимо, так как не произойдет правильного формирования молодых почек и побегов. Подкормка гортензии осенью. Укрепить растения осенью. Конец сентября, начало октября можно и органическими удобрениями, торфом, перегноем, компостом. Если разместить подобные составы вокруг кустов слоем 5-10 см, то гортензия получит не только необходимые питательные вещества, но и будет обеспечена дополнительным укрытием от морозов. Виды удобрений для гортензии. Удобрений сегодня огромный выбор. Их все условно можно разделить на три большие группы: минеральные, органические составы и народные рецепты. Минеральные удобрения. В качестве минеральных подкормок можно применять отдельные вещества или пользоваться комплексными составами. Второй вариант намного проще, так как при внесении их не потребуется рассчитывать дозировки и пропорции каждого из компонентов. Фертика для гортензий выпускается в жидком и гранулированном виде. Это жидкое минеральное удобрение для гортензии, содержащее большой набор питательных веществ и минералов. Вносится каждые 2 недели. Гранулированный препарат используют 1-2 раза за сезон, распределяясь по площади проекции кроны. Товары торговой марки Pacon относятся к удобрениям длительного срока действия. Их весной распределяют в прикорневой зоне, перемешивая с почвой, а затем кусты поливают. Специальное удобрение для гортензий рододендронов выпускается под логотипом GreenVolt. Его следует вносить 1 раз в 3 месяца, получается 1-2 подкормки за сезон. Можно использовать традиционное удобрение. В мае-июне поливают кусты специальным раствором. На одно растение требуется 2-3 ведра питательного состава. На ведро воды берут 60 грамм сульфата аммония, 15 грамм сульфат калия, 20 грамм суперфосфата. При появлении бутонов поливают другим раствором, приготовленным из 10 литров воды, 60 грамм суперфосфата и 40 грамм сернокислого калия. Важно! Удобрение на основе азота вносится до того, как гортензия должна расцвести. Органические удобрения. Минеральные удобрения на основе азота хорошо чередовать с органическими. В таких целях можно использовать раствор жидкого навоза с водой в пропорции час-10 минут. Настой зеленой травы, подготовить его нужно заранее. Биогумус в жидком виде. Настой коровяка. Осенью рекомендуется удобрить землю перегноем, который, кроме питательных веществ, даст дополнительное тепло в зимний период. Важно! Не допускается подкармливать гортензии древесной золой. Она способна усилить щелочной состав почвы, ее внесение целесообразно только при очень кислой земле. Народные рецепты. С давних времен люди научились использовать в качестве удобрений домашние продукты. На первый взгляд такие способы покажутся очень нетрадиционными, но гортензии очень положительно к ним относятся. Нужно иметь в виду, чем удобрять гортензию можно, кроме химических составов. Подкормка гортензии кефиром, простоквашей, сывороткой благоприятно скажется на росте и цветении. Продукт предварительно разбавляет водой несколько раз. Благотворно на цветении скажутся полив и опрыскивание кустов слабым розовым раствором марганцовки. Можно подкормить гортензию прокисшим хлебом, который размочен до однородной кашицы. Как видно, чтобы вырастить красивую и цветущую гортензию, недостаточно только посадить ее и обрезать на протяжении всего сезона. Без использования правильной схемы внесения удобрений кустарники не будут расти, и цветы не будут крупными и красивыми. Чем подкармливать гортензию и когда, понятно, поэтому можно приступать к выбору сорта и цвета. Но стоит помнить, что частый полив может навредить гортензии, появится цвель плесень, которая испортит всю красоту. 00 Volt Article Rating.